Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Xenoblade Chronicles 3. И мы влезли в истоки, и идем побеждать зло. Ай-яй-яй, нет. Отвалите. Я буду просто бежать. Я вообще туда бегу? Да, вроде туда. Так мы опять вышли в наружу, и тут эти вот кристальные мора-моры летают. Встал от меня. Нам не туда? А почему нам не туда? Вот этот лифт, он куда приедет? Не работает лифт, окей. Да, боже мой, сколько вас тут. Ну, а тут чемодан, значит, с этими придется подраться. Я не знаю, что это такое, но умри. Thank you.
Ну, вообще идем. О, смотрите, а вон там уникальный монстр. Интересно, а как туда попасть? На ту платформу. А, на ту платформу можно по лестнице попасть. Окей. Давайте сходим, завалим его. Раз уж пришли. Фига он, ну, обстреливает. Ау. Так, мы цепную атаку почти зарядили, хорошо. Так, поехали. Начнем с нее. О, отлично, браво. Прям сходу получили. Amazing. Хотя бы отхилились все, уже полезно. Ой-ой-ой, блин, фигню сделал.
Ну ладно. Маловато получилось, ну да ладно. Ау. Оп, следующая цепная атака зарядилась. Блин, серьезно, не хватило в этот раз. Сейчас она должна будет вернуть, по идее, троих. Угу. Так, мне сейчас нужна либо Нио, либо Ланс. Да. Значит, будет Ланс. Какая вероятность того, что мы сейчас добьем его? Right.
Amazing. Не, похоже, не добьем. Живучая тварь. О, отлично. Так, а чего мы там получили из скиллов? Это ж скилл был, да? Да, смотрите, мы получили скилл. Отлично. Не зря. Не, все было не зря. Ой, нет, ты отвали уже. Я на лестнице, а когда я на лестнице, я в безопасности. А ты просто отвали. Нам надо за ту дверь, но тут, блин, вот эти ребятки стоят. Может, мы просто пробежим? Нет. Придется драться. Снова помирают. Бум. Так, окей, этого завалили. Гами уже 17-й. Да, вот это она оперативненько, конечно. Иу. Иу. Стрёмное местечко. И ты стрёмный, уйди. Not
Нет, я буду бежать от тебя. Ну, дверь. Ну, почему? Господи, у тебя еще и лазерный меч есть? Что? Спасибо. Оу. Арсенал Ферониса. Смотрите, мы дошли, вон там уже морда. Вон там чемодан. И за этот чемодан, я так понимаю, придется подраться. Какую-то заварушку опять влезли на ровном месте. Ну, было бы странно, если бы нам позволили абсолютно бесшумно и безболезненно париться по вражеской базе. Но последний остался. Нет, стоп. Все ради чемодана. Как-нибудь вот так вот по стеночке не получилось.
Давай, дверка, открывайся. Придется с этой летучей мышью только разобраться. Ну хотя бы она одна. Потом спасибо. Когда уже это все кончится? Нам точно сюда надо, там что? А там мы это узнаем когда-нибудь потом. Ладно, вопрос только, зачем мы это делали? Вот чемодан. Ну, допустим, хорошо. Что там за той дверью? О, смотрите-ка. Хилительная зона. Ну-ка, прокачаться можем? Можем, отлично. Так, определенно лучше. По еде, а ну и вот и еда у нас кончилась. Ну давай так. That hit the spot. Break time's over. Is this like a rare thing? В какую сторону пойти, чтобы поменьше с ними драться? Или тут так не нельзя? Ну, давайте попробуем просто бежать. Ну, вроде получилось. Опять эти вращающиеся срани. О, направление ведет меня не туда. Это место просто бесконечное.
Ох, ни хрена. А ты чё такой большой? Парус. Энпеди. Ой, отвали. Нет? Дверка. Почему ты меня предала, дверка? Ну давайте завалим такую большую срань. Ауч. Это было больно вообще-то. Блин, а мать, еще один идет. Блин, а там чемодан вон. Чемодан, чемодан, надо забрать чемодан. Да, твои! Твою мать. Ничего, все еще не... Вот. Да, в смысле, а ты откуда, блин, ты приперся, пока мы дрались? Да, боже мой. Их еще и двое. Издеваются, что ли? Ой, давайте цепной атакой его завалим. Будет быстрее, наверное. Это не точно, конечно, но вдруг.
Блин, я просрал момент, когда надо было это и дать больше денег. Ну ладно. Неплохо он так дамажит его. Ой, блин, какую херню сделал, пипец. Мы ж теперь не закончим цепочку. Ай, капец, тупой. Ладно. Все было зря. Имею подъем. Уже весь этаж просто выкосили. Все, наконец-то. Теперь-то уж точно мы всех убили. Спасибо. Ну, уже начнет что-то происходить. А не просто очередной бесконечный коридор. Ну давай, мистер Лифт, вези меня. Все, вот это место выглядит как место финальной битвы, или еще нет? Пец, он большой опять бродит тут. Не хочу, нет. Ну надо. Мы будем дольше ждать, пока он уйдет, похоже. Come on.
Блин, там то он слегка помер. Ой, у нас уроборосовская цепная атака. Ладно. Так. Так. Да, собака, серьезно. Тут фигню натворил. Ну ладно. Я надеюсь, ему просто будет больно. Ауч. Может, помрет сейчас? Да, отлично. Ну, кстати, Мио, он почти 19-й. Юни, Тайон апнули. А может, мы Юни и Тайону что-нибудь поменяем? Мы можем это сделать на что-нибудь? Мы можем Юни вручить палку, а Тайону мы можем вручить вот эту срань. А давайте так и сделаем. Юни, лови палку, а ты лови... Хотя, с другой стороны, мы Ланса можем переквалифицировать в хилера, а ты Александрии побегай. Во. Ланса, ты... Сейчас только надо вспомнить, а как мы это делали. Я не помню, как мы это делали. Нам этот вот соулхак надо открыть. Вот, соулхак. Нет? Это всякие скиллы. Блин, а как? Мы же вчера находили... Не вчера, или... Мы же находили, как это переставить ему. Так, сейчас будем искать. Вот, я вспомнил, где это было. Это вот где-то в скиллах было. Так, а мы хотели из себя хилера сделать. Вот, давай вот такой-то у нас хилер будешь. Вот так вот. И то есть теперь мы имеем... Смотрите, правильно, мы имеем атакер-защита, хил-атака, хил-защита. Героя я бы поменял. А героя я бы воткнул... Какого героя воткнуть? Ну, давай вот эту мадаму. Пусть она с нами побегает. Over there.
О, а вот мы и нашли королеву, наконец-таки. Сидит, отвисает такая. Man, that's our queen, Melia. That's vile. How could they do this to Как они her? смогли такое с ней With сделать? all we've seen of Mobius, I'd put nothing past them. We have to release her. Нам надо освободить ее. Yeah. Took you long enough. Что так долго? I know that voice. А вот и консул Энн. Unwell, like me, when you had us locked up. Got my just desserts. Well, don't you look smug with my woman on your arm, Noah? Does this face really look smug to you? What else would you call it, huh? N. Poor Claude, you don't understand anything. Не понял ничего. You cannot have the queen. Ты не получишь королеву. She is the fulcrum of origin itself. Она ядро истоков сама по себе. I will keep her from you. Я буду ограждать ее от тебя. Our schedule's tight enough as is. And also, this is our queen you're talking about. So get ready for a right royal thrashing. You're effectively a part of Noah himself. We'd really rather not hurt you. But we will if we have to. Because if you get in our way, then Mobius or not, we're throwing out all the stops and then some. Давайте подеремся с консулом М. Fool yourselves. Willpower alone won't change the world. We'll prove you wrong. You'll see. Watch. You cannot hope to win. Not while I stand here at the brink of the void. Void. That's just your grief. Твоя печаль. It's called sadness. Называется грусть, Энн. We came here. Мы пришли лететь за тобой, чтобы почтить желание М, чтобы спасти тебя из твоей, из твоего сожаления. Если ты не знаешь, то позволь. Ой-ой, он выше меня по уровню. Но не насильно. Блин, Фиона, 61-й. Мы же ее никак не прокачивали. Мы героя поменяли. Блин. Фиона огребать будет. Все живы пока. Моя атака зарядилась. Поехали. Давай так. Он, что ты делаешь?
А, она будет бафать всех на чуть-чуть. Мне надо было кого-то другого брать, а не ее. С ее этим флагом невнятным. А, стоп, Тайона мы переодели в Александрию, а не в Трубадура. Блин. Надо было оставить мадам с клевером. Фигню сделал, ну ладно. Он аж взлетел. А, господи, первый был Тайон, значит, иди Юни. Блин, перестарался, ну ладно. Ну, мы все равно за этот заход его не убьем. Но подсокали мы его так неплохо. Миллион. Неплохо. Юни и Тайона гребли чуть-чуть. Опять Юни и Тайон померли. Да что ж такое-то? Ну, а что-то там отъехал. Оп, цветна... А, нет, нет. Мио и... Юни, поднимите там кто-нибудь, и я активирую цепную атаку. Блин, ну а поднимать надо. Давай. Тайон и Ноа остались. Все, все встали, поехали. Ух, опасно было. Да, нам бы тут
повыхиливаться как следует не помешало бы. Неплохо сейчас было. Блин, о, отлично. Браво есть. Ощущение, что по нему дамага стала проходить минимально. А, блин, у нас все плохо. Ураборос мы сейчас не получим. Очень жаль. Там по нему дамаг-то вообще проходит или что, я не понимаю. Проходит, но медленно. Там Тайон и Юни опять отъехали, да? Нехорошо. Не, три хилера в команде — это вот прям то, что надо. Особенно если они еще и в разных уроборосах сидят. Давай, Энн, помираю уже, пора. Спасибо. Пришло твое время. Идти на свет. Я опять спрошу. Почему ты это делаешь? Как ты мог убить всех этих людей в Сити? Это же все твои друзья были. Твое родственники, твое племя. Никто для меня. What? They were superfluous for us Mobius living in the now. Furthermore, all those lives wouldn't have existed without me. As their original creator, I held dominion over their lives and deaths. Ну, в Бога поиграть решил. Tell me. А что насчет М тогда? What about the love Mio had for them? Mio?
Mio, Mio, Mio! You're the one who couldn't protect her! In the end, you were powerless. And now she's gone. How could you? Answer me! You really don't know. Don't you understand anything? Ты не, так и не понял ничего. I don't get it. Я не понимаю. Почему, Эн? Почему ты продолжаешь наказывать себя? Ты выбрал не тот путь. Теперь ты должен идти его один. Ты просто облажался. Ты абсолютно облажался. Тебе только мог выбрать правильно. The heights of arrogance, like some self-proclaimed savior. Not at all. They're the words of the one you held most dear. That's her. Inside there. Это она внутри. She felt regret. Она чувствует сожаление, like точно так же, как и ты. And yet, she had у нее есть надежда на будущее. That's why she left everything to вот Mio. Почему она все оставила Мио. This hope of yours. Ваша надежда. How can there be anything like it? Как она вообще может существовать в этом мире, где нет ничего, кроме пустоты? Смотри, как твоя надежда разлетится на куски. Я пытаюсь сказать тебе. Что, опять с ним драться? Да как так-то? Мы же только что его победили, почему опять? Почему Тайон умер просто с стычки сразу же? Может, ты перестанешь так делать? Ну а ты там что отвистаешь, объясни мне. Да, ты задолбал. Цепную атаку заряжать скорее, а то что-то в этот раз он бьет еще больнее. Оп, блин, я Ланса потерял, черт.
Дерьмо какое. Ай-яй-яй. Ладно, придется драться без ланса. Все плохо. Ну хотя бы выхилились, на том спасибо. Это все не имеет смысла, он говорю, ну вот разве что выхилились. Да, поднимите мне ланса, пожалуйста. Капец, он дамажит, я не понимаю. О, все на месте, поехали. Блин, не это я хотел сделать, конечно, но да ладно. Давай так.
Еще и браво получилось добыть. Еще вот этого хилера. Amazing. Что-то он дамажится в этот раз все труднее и труднее. У него здоровье прибавилось или защита увеличилась? Пол ляма дамага как-то не ощущается. Где он там вообще? Где он? А вот он. А там что-то Фиона огребла. Можно мне Ноа обратно? Спасибо. Да, все на месте, пух. Там Ноа и Мио, блин, капец. Ха, ровненько. Красиво. Не, не помню, кого мы использовали. Юни. А, ну вот эту. Фиону и Юни, да?
Ну блин, мы скорее всего сотку тут не получим, да. Хотя могли бы получить, если бы я наоборот использовал. Ну, дурак, что поделаешь, ладно. Я думаю, что со следующей цепной атаки мы уже его добьем. Тайон. Просто все на последнем бездыхании дерутся, время от времени выхиливаясь. Упал, тут же подняли, удобно. Давайте в этот раз уже добьем его. Пора, как будто бы. Хотя бы выхиливаемся, уже что-то полезное. А, два хилера, отлично. О, вот сейчас появился шанс на выход Уробороса. Да, есть шанс, что мы его добьем сейчас.
Все, Энн, помирай, пожалуйста. Да, ура. Миллион 200, отлично. Хороший дамаг, мне нравится. Я надеюсь, в третий раз он не попытается с нами подраться. Я хочу быть с тобой всегда. Вот те слова были правдой. То, чего она желала. Да, это правда. Я не ошибался. Когда я пытался дать ей вечность, это был правильный выбор. И ты все испортил. Потому что ты извинился. До сих пор не понял. Вы были вместе так долго. Неужели ты не понял? Она хотела, чтобы ты вернулся обратно к имени Ноа. Ты хотел, чтобы она звала, тебе. Ты ее Мия. Почему? Возможно, вам просто повезло. Trace it to chance encounters. I've met. Я встретил так много людей. Ланс, Юни, Тайон, Сенна, Рику и Манана. My friends have been invaluable. Мои друзья бесценны. Конечно, я встретил Мию тоже. There's a very small difference. В одном маленьком различии между нами. Если бы я был в твоем месте. На твоем месте я выбрал бы то же самое. Но теперь все не так. Каждый человек, которого я встретил, изменил меня. Сделали тем, кем я являюсь. Благодаря им я могу выбирать свое будущее. Как мы, Ураборос, борешься за будущее, но однажды ты сдался и решил защищать настоящее. Но ты знаешь, это нормально тоже. Пойдем с нами. Ты можешь попытаться двигаться дальше. Ой, смотрите, у нас глаз тоже апгрейднулся. Мы его поглотили, что ли? Что? Он исчез.
What exactly does this mean? Что вообще это значит? Is he dead? Он мертв? What? Или что? No. Нет? He's fine. С ним все в порядке. Fine in what sense? Что ты имеешь в виду под порядком? For now, let's do what we came. Давайте делать то, зачем мы сюда пришли. Здравствуй, Миля. Давно не виделись. У меня был долгий сон. Очень-очень долгий сон. In my dream, youths were fighting. And as many times as they fell, they always got back up again. A dream of young people simply trying to survive. Majesty. Noah, correct? I have been watching you. Я следила за тобой все это время через глаза моей копии. Well done making it here. The Queen of Agnes is already free. Now you are too. Now that leaves only him. И остался только он. You mean Zed? Yes. About Zed. He is not a person. Он не человек. But a concept. Он концепт. Everyone can feel uncertain. Все могут быть чувствовать себя неуверенно, напуганными. Эти чувства собрались в кучку и дали человеческую форму Zed. Unlike those people who were granted a Mobius body. He is a true Mobius. Он является настоящим Мобиусом. So he's not even an individual. He is and he isn't. Он и человек, и не человек. But perhaps you realize that. Your Ionios lies in frozen time. Ваш Ionios лежит в замороженном времени. Рожденный в желании Мёбиуса. То есть все, что существует, это все фальшивка. Все, что существует, это реально. Present lives. Настоящая жизнь. And future ones. И будущее. Mobius aside, the wills of countless people persist inside of Origin. The sword of the end you carry, and Ouroboros, they take their shape from these thoughts. Protect the now, or carve a path to the future, the wielder decides. The future is undeniable, but you must realize your own. I've seen what you've done. You can do this too. Very well. There remains but one more thing I have to say to you. Последнее, что я должна вам сказать. Mio. Lance. Senna. Tyon. Uni. This world. Этот мир. Ваш. Further below this point lies the nucleus of Origin. Ядро истока живет там, и там ждет нас Зед. And free the soldiers from the flame clock's bondage. Otherwise, their lives will only feed Zed's power. Nice thinking, your majesty. Counting on you.
Will you need an escort? Вас сопроводить? I would think not. Might you have forgotten who I am? Может, вы забыли, кто я? Она с Рику переглянулась. Но умеет телепортироваться, это удобно. Это будет наша финальная битва. There's no way we can lose. We're strong now. Just look how far we've come together. The world is in our hands. Мир в наших руках. Let's grab it and hold tight. Мир дерется вместе. Если кто-нибудь не сказал, я бы ни за что не поверила. Ган огромный. Noah and the others are heading for the core. Leave the middle intact. Screw that up, and we can't restore the world, right? Roger, Wilco! Финальная битва близится. We made some new friends. Да. О, Мио 20 ран капнула. Давайте ей. О, прям с короной. Ага. Давайте ей воткнем какой-нибудь другой ранг. Кем она может у нас побыть? В принципе, пусть будет пока сама с собой. Хуже от этого не будет. Что ж, на этом наша серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной, и я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.